Сегодня утром валютных спекулянтов возмутила новость о том, что может быть введен налог на валютные операции на Московской бирже. С подобной идеей выступил господин Глазьев, который предложил ввести налог в размере 1% на валютные операции, а на валютной секции Московской биржи. А господин Глазьев предполагает, что подобный налог позволит привлечь в бюджет 1 триллион рублей в квартал. Данная цифра, видимо, была получена следующим образом. Это квартальный торговый оборот валютной секции Московской биржи. От него был взят 1%. А единственное, что упустил автор идеи, что после введения подобного налога объемы торгов на валютной секции Московской биржи могут существенно сократиться. И 1 триллион превратится в 500 или 700 миллиардов. Конечно, сумма на первый взгляд кажется все равно большой, но однако уже это совершенно другие деньги для российского бюджета. Более того, введение этого налога негативно повлияет на развитие внутреннего валютного рынка и в целом на развитие Московской биржи, так как отток клиентов приведет к ухудшению финансовых показателей компании. Соответственно, получается, что государство непосредственно ударит по финансовому состоянию Московской биржи. Также не стоит забывать, что заработок инвесторам достается не бесплатно, поскольку они платят достаточно высокие комиссии и, более того, уплачивают налог на доход. Если говорить о том, кто выиграет от введения подобного налога, то, в принципе, это будет не только бюджет, но и форекс-дилеры, так как инвесторы, спекулянты с Московской биржи предпочтут уйти на межбанковский рынок.